Дорогие братья и сестры, с праздником вас, Святого Духа! Спаси Господи вас, дай вам Господь силы, здоровья, крепости в такой радостный праздник, чтобы Святой Дух нас всех наполнял любовью, терпением, кротостью, смирением. Дай вам Господь всего самого-самого наилучшего. Дорогие братья и сестры, спаси Господи вас всех за добрые слова. Вот мы выставили, были видео за Матинку Божию нашу Казанскую, за праздник Троицы. И я такая вам благодарна, что сколько теплых слов вы прислали, благодарности, что вы вместе со мной порадовались. Я вам так благодарна, что вы чувствуете, понимаете, что я хочу этим сказать. Для меня это самое главное, дорогие братья и сестры, что вы понимаете, что я вместе с вами прославляю Матерь Божию, Господа нашего Иисуса Христа, Святую Троицу. С праздником вас еще раз. Ну, дорогие братья и сестры, не могла я вас не поздравить же с праздником. 2 недели шла нам вот эта посылка, мы 2 недели ждали. И, дорогие братья и сестры, мы вот хотим помочь нашему всему приходу, нашим всем жителям с Галышманова. Дорогие братья и сестры, мы вот живем в центре, церковный дом возле садика. Приходите, пожалуйста, сюда, посмотрите, какие маси-пуси такие вот, чоботки такие тепленькие, они ж новенькие. Дорогие братья и сестры, приходите, у кого детки есть, не стесняйтесь. Или спросите, где живет батюшка. Вам подскажут, я завтра буду целый день, отец Александр будет дома. Приходите, пожалуйста, померяйте. А посмотрите, какая вот красота. У кого есть ребятишки маленькие, какие вот мокасинчики моденькие, шапочки. Вот смотрите, детского очень много. Смотрите, какая шапочка. Приходите, дорогие братья и сестры, озуетесь, обуетесь, суночки. Может, где-то есть какие модницы. Приходите, сумки есть, курточки. Вот пальто красивое зимнее. Приходите, пожалуйста, мы вам все оденетесь, оденем, обуем вас. Кофточки всякие разные, курточки, сумки. И очень много детского и игрушки. Дорогие братья и сестры, это раб Божий Геннадий, который вот помог нам, пожертвовал вот это все. Он помог нам вот для храма. Приходите все, вот игрушки есть. У нас-то уже дети большие, на игрушках они играются. Взрослых очень много здесь. Вот, смотрите, джинсы. Ну, я вам сразу говорю, дорогие братья и сестры. Говорю джинсы, но не соблазняйтесь. Сама не хожу в брюках. Ну и других не осуждаю, кто ходят. Ну как, знаете, спросила одна женщина у владыки. Владыка, а брюки можно носить? А он говорит, да, можно, только сверху халат. Я вам говорю, одевайте джинсы, сверху халат. И на огород. Джинсики вот хорошенькие. Халатики, белье есть. Дорогие братья, все кофточки вот разные. Я хочу вам просто показать. Мы хотим вот халатики разные. И для девочек, и для взрослых очень много вещей. Курточки, суночки, шапки. Вот все здесь есть. Кофты для взрослых очень много. Вот джинсы вот для взрослого мужчины. У кого есть вот мужчины, приходите, кто работает. Это рабочая одежда. И для взрослых женщин много. Вот пальто, смотрите, какое. Почти новенькое. Смотрите, какое оно хорошее. Дорогой Геннадий, спаси Господи вас, что вы вот прислали вот это все. Очень вам благодарны. Это с Ростовской области наш друг семьи, с которым мы дружим, очень нас поддерживает, помогает. Спасибо, Господи, вас, Геннадий, что вы меня поддерживаете и помогаете мне и на песне. Низкий вам поклон, очень вам благодарна. И за это все вам благодарим от всех наших прихожан с Галышманова. Они все вам тоже уже благодарны. Дорогие братья и сестры, приходите завтра. Смотрите, пальто почти новое. Ну, я только что получили. Батюшка все тачкой перевозил сам. Вот все, здесь курточки, пальто, смотрите. Дорогие братья и сестры, приходите, ну, сейчас такая ситуация. Вы знаете, мы все в таком ходим. Приходите, ну, постирайте, посвятите, освятите святой водичкой, которых какие хорошие курточки. А для детей вот какая шапочка, вот. Муси-пуси, какой малыш будет в ней. Какой Винни-Пух. Вот такие курточки для девочки. Ну приходите, я не могу вам все показать. Все приходите. Матушка вас приглашает. Приходите, дорогие братья и сестры. Я прямо аж разволновалась, только все принесли. Думаю, ну как я всем объявлю?
Так мы можем видео сделать. Все, приходите. А какой комбинезон? Смотрите. Это для мини-пуха какого-то маленького. Смотрите, какой. Какая красота. Приходите в завтрак к церковному дому, к священнику. Очень красивые юбки. Для взрослых очень много всего. Пиджаки, брюки и для мужчин, и для женщин. Плащ вот такой красивый. Приходите все завтра и все разберете. Потому что в дом носить не будем, вот так будет стоять, накроем. А завтра приходите.